Приветствуем всех. Да, как-то странно получается, что мы начинаем с боя. Но ничего страшного, сейчас разрушим это укрепление. Ну, возможно, вот с этим пытаемся разобраться. И обратно в подземелье на восстановление. Главное, чтобы мы успели. Потому что времени у нас осталось не так уж много. Пора платить жалование. А, ну правильно, инструменты их не производят, потому что все здесь. Что? Банши! А, иди производить инструмент, раз все равно вышел отсюда. Ну, в смысле, я отделился от отряда. Что? Вот это, конечно, ошибочка вышла. Не, я, конечно, собирался его вернуть их в подземелье, но не настолько радикальным методом. Да, кстати, двери-то не хватает. И до сих пор у нас какое-то хаотичное подземелье. А, они еще лечат друг друга. Глыба. Отходим. А, бесполезно. А, вот это может быть полезно. Нет. Нет, не получилось, увы. О, дверь уже готова. Как непривычно видишь, что что-то сразу же готово. Так. А, понятно. Ладно, значит, не светит нам инструменты. Потому что раз пишет, что нет маны, при том, что у нас есть, значит, нужен зал. Почему добру так легко кого-то пытать? Так, замечательно. Ну, ё-моё. Мы даже восстановить слухом не успели. Ай, вот дёрнул меня полезть туда. Ладно. Времени все меньше, а мне приходится тратить силы на войну с пауками, которые нам будут мешаться, если мы их не уничтожим.
Замечательно. Стоп. Не тот выход, да? А нет, тот. Эх, не факт, что мы вообще сможем пережить все это. Но ждать особо не получается. Герои задумали напасть на один из твоих островов коварства. Ну, мимо нас не пройдут. Хотя, может, пройдут. Бонус брони. Мародерствующее зло открыло еще один остров добра. Если бы местные не хотели, чтобы их грабили, жгли и оскорбляли, они бы лучше прятались. Ну, добрички всегда плохо прячутся. Как мы так могли пропустить книжку? Она весьма полезна сейчас была. Да что ты будешь делать, а? Да не хотел я так его снимать с места. Крепость Таноса была не так уж и далеко. Ничего больше не мешало освободить Талию. Ну, не считаю. Кроме разве что, собственно, могучего Таноса. Богиню в свое сердце вновь, дочь! О, зло восторжествует! Я читала прохождение! Говорится, упс. Я пока что хорошо помню, как ты маленькой спрашивала о родителях. Гримли на самом деле хотел тебе рассказать, как хладнокровно мы их убили, но я ему не позволю, если бы ты не могла это оценить. Ё-моё. Ну, в принципе, осталось всё ничего, но... И у нас ссылка не осталась. Просто бродит или... А, восстанавливается.
Быстрее, пожалуйста, чуточку быстрее. Упс, ошибочка. Я надеюсь, чтобы они только немножко подошли, но забудь, что сразу же отправился в героев. Талия не выдержала бы нового очищения, это уж точно. Злу перед самым дедлайном следовало поторопиться. Почему только двое? Нет, серьезно, почему только двое? Почему с этого хода? Ёкало мене. А, все правильно, он погиб. Пора платить жалование. Здесь прорвемся или нет, потому что, я так понимаю, это наш провал будет очень неприятным. Давайте быстрее. Ты издеваешься? Что? Это когда мы его книжку подсунули? Видимо, в свалке случайно. И у меня просто уже из головы вылетело. Отвергни зло. Да ё-моё. И вернись к свету, дочь моя. Где свет? Там и тьма. Армия, спешащего на помощь зла, почти что добралась до Талии. Это был удачный момент, чтобы задуматься, как поступить с Таносом. Кстати, что задумать? Бить надо? Конечно, он нас и стали вместе разобрал. Делать? Я тут стараюсь, обращаю приемную дочь к добру, пытаю ее как следует. Неужели не видно? Да будет так. Ты легкая добыча. Во имя богини, умри, мразь! Данос бросился на армию абсолютного зла. Ему недолго было разделаться с ними, но его отвлекли, и Талия смогла освободиться из темницы разума. Надо бежать, добраться до черного сердца. Ладно. Оказалось достаточно отвлечь Таноса.
А теперь срочно отступаем. Надо достичь черного сердца. Дочь моя, не делай этого. Не позволяй злу снова захватить тебя. Оставайся со мной. Спасибо. Я могу обойтись и без твоего превращения при помощи пыток. Но я не забуду. Ты за это заплатишь. Так велит мне моя добрая сторона. С такими словами Талия бросилась в черное сердце, а тактическое зло телепортировало ее прочь. Из Талии все еще не выходила соперница Таносу. Но у хитрого зла уже был план. Эх, да уж, думал, просто провалимся. Но тем не менее, каким-то образом Талию нам удалось спасти. Так что на этом пока что все.